Всем привет, дорогие! Это Кёнга. Ретиноль сейчас самый модный состав. Я думаю, хоть вы один раз услышали о этом составе, но вы знали, что ретиноль на самом деле очень опасный состав. Сегодня я вам расскажу о фактах ретиноля. Поехали! Ретиноль – это витамин А, поэтому не советую для беременных женщин или кормящих. Я тоже во время беременности не пользовалась, и мой врач рассказал, что лучше не пользоваться. Корейские дерматологи говорят, что часто приходят пациенты, когда они неправильно пользовались ретинолем, особенно с высоким процентом. Я сегодня честно хочу рассказать вам, какие побочные эффекты бывают после пользования ретинола и кому не советуют, кому нельзя пользоваться. Я на самом деле очень много получила сообщений: «Кёнга, я пользовалась ретинолом, но у меня после этого портилась кожа, у меня было раздражение, покраснение». На самом деле, я тоже, когда первый раз пользовалась ретинолом, очень сильно сушили кожу и шелушение кожи, и чувствовала покраснение. Это потому, что я неправильно пользовалась ретинолом. Тогда какие бывают самые большие побочные эффекты? Первый – раздражение кожи. В ретиноле есть очень сильный эффект антиоксиданта, поэтому если вы неправильно пользуетесь, то будет побочный эффект. Второй – если вы начинаете пользоваться ретинолом с большим процентом, то вы будете чувствовать раздражение, и это наоборот очень сильно сушит вашу кожу. Третий. Если вы неправильно пользуетесь или даже правильно пользуетесь, возможно, у вас будет прыщи. Тогда ваша Кёнга, я теперь расскажу, как нужно правильно пользоваться ретинолом. Первый. Если вы в первый раз начали пользоваться ретинолом, лучше через день пользоваться. 2 недели. Я хочу рассказать про айоперетинол. Я пользовалась где-то 15 разных видов ретинола. Мне кажется лично, что это самый безопасный ретинол, который я пользовалась, потому что я вообще не чувствовала раздражение. И хотя у меня тогда после родов была очень чувствительная кожа, я не чувствовала никакие раздражения и дискомфорт на коже. Если вы не чувствовали в течение 2 недель раздражение, то начинайте с 3 недели каждый день пользоваться. Второй. Не советую намазывать вокруг глаз и рядом губ. Третий. Это самый важный. Обязательно нужно вместе пользоваться с солнцезащитным кремом. Когда ретинол встречается с ультрафиолетовым лучом, то он зажигает вашу кожу. Ретинол очень хорошо разглаживает вашу кожу, тонирует кожу, даже он лечит ваши прыщи. Многие думают, что ретинол не укрепляет кожу, а наоборот, тоньше делает кожу. Но это очень неправильный факт. Если вы пользуетесь 2 недели, 3 недели, наоборот, он очень хорошо укрепляет ваш кожный барьер. Какой ретинол я могу посоветовать вам? Это IOP Serum. Это первый ретинол в Корее. Ему больше, чем 20 лет. Вы знали, что в Корее в первый раз в мире придумали, как делать из ретинола в косметику. Во всем мире пытались из ретинола делать косметику, но они не могли сделать, потому что если вы открываете, то воздух попадет внутри, тогда ретинол сразу портится. Но Amore Pacific, как вы знаете, это самая крупная компания косметики, они в первый раз в мире удалось делать из ретинола косметику. Уже 30 лет исследовали ретинол состав. У него больше, чем 10 тысяч отзывов, и в течение 20 лет сколько кореянок доказали результат этого ретинола. Обычно ретинол вообще не советую днем пользоваться, но этот ретинол вы можете днем пользоваться. Хотя после этого ретинола вам нужно намазывать увлажняющий крем и обязательно солнцезащитный крем. Вы увидите эффект через неделю после пользования.
Я еще раз сказала, что не советую пользоваться ретинолом вокруг глаз и рядом губ. Но это ретинол от Айопе, наоборот, советую пользоваться вокруг глаз и рядом губ. Айопе Retinol Expert 0.1%. Его только советую намазывать вечером перед сном. И если это ретинол советую на все лица намазывать, это средство только вокруг глаз и где скулы советуют. Обязательно нужно попробовать 2 недели. Внутри именно этой части 3 слоя алюминиевые тубики. Он полностью защищает от кислорода и свет. Вначале вы почувствуете из-за сильного эффекта антиоксиданта, что немножко кожа сушится. Поэтому советую увлажняющим кремом пользоваться, который очень глубоко впитывается в кожу. И я хочу посоветовать Айо Super Vital Cream Rich. Когда я пользовалась в Казахстане, Киргизстане, мне очень сильно помогло, потому что там намного сухая погода, чем в Корее. Все лаборанты в лаборатории для создания Айопе крема признали, что это самый эффективный. Я из-за этого уже давно-давно пользуюсь, и моя мама тоже пользуется. Больше 3 миллиона штук продалось в Корее, только этот крем очень дорогой. Этот крем очень сильно делает лифтинг эффект и от морщин очень эффективный, поэтому советую с 25 лет до, можно даже 80-90 лет. Внутри есть биосиликоноиды, Айопе, они получили патент. Он так хорошо покрывает, что влажность в коже осталась долго. Поэтому я советую, когда вы пользуетесь ретинолом, лучше пользоваться таким густым кремом. Он занимает первое место уже 17 лет и говорят, что в течение 2 месяца 30% делает лифтинг эффект на коже. Эти ретиноли я от души хочу вам посоветовать, потому что я сама пользуюсь днем этим белым и вечером эти сими. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда увидимся еще. Аня!